Глава Химок Дмитрий Волошин совместно с депутатом Государственной Думы Ириной Родниной провели прием граждан. Встреча получилась тематической. Химчан интересовали вопросы в сфере ЖКХ. Например, люди столкнулись с проблемой по смене управляющей компании и установке домофонов. А также пытались разрешить спорные ситуации с коммунальщиками по вопросу протоколов общего собрания. Генеральный директор, у него 800 домов. Он придет персонально к вам в дом. У него 800 домов, а не один, а не два. Уделит время, разберет все вопросы, какие есть. То есть тут надо на месте разобраться. Директор ЕРЦ должна быть на связи с вами в это время. Такие приемы граждан глава городского округа проводит два раза в месяц. Информацию о порядке записи на прием можно получить по телефону, указанному на экране.